Нет! 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 Скорпиончик! Всем привет, это канал Scorpion Play. Сегодня мы резидентим. Мы снова играем в резидентик. Продолжаем. Акс, чё, ты жирный сидишь здесь, мы тебя подбирали же. Сегодня мы будем играть за Шерри и будем... Ну-ка, жопа, покажи, ага. Сегодня, походу, будем пытаться сбежать от жирного. Который лох, который чёрт, да? А, она присаживается здесь. Давай часы сломаем. Не ходят, кстати, больше, ну ладно. Опа! Прикол, что делать? Вращать. Как вращать? Ну здесь то про... А, ты чё? Может, подсказочки есть? Закрыто. Это че? Это лаз? О, крокодил, да. Большая, маленькая. Крокодрил сидит. Ну, че, сразу не по... Ножницы. Розовые, кстати, нифига крутые. Все, пошли резать. Ножницы чуть-чуть не так использовали. Ну ладно. Да, тут прям... Не-не. Ты... Уже рудяя. Че он тут? Давай хилки у него заберем, порох всякий, будем стрелять в него потом. Весело будет, отвечаю. Бегемотусы. Давай откроем дверь сразу. Нет, не откро... Мне показалось! Мне показалось, тут, короче, граната привязана. И растяжка. Капец, жест. Так, погодь, а тут чё? Патроны не будем фармить? Дневник Салли. 14 января. Очень люблю среды, потому что... Потому что нам дают сладкое и мороженое. Раньше я жила совсем в плохом месте. Учителя там злюки вообще. Все говорят, учись, учись, а мороженого не дают. И тут мне очень-очень-очень нравится. Важное правило. Всем надо вести дневник, ходить на медосмотры и не ходить на улицу без взрослых. Хорошо, в школу не надо ходить. Не хочу в школу. Там дразнятся... Потому что у меня одежда старая. Больше всех дразнятся тот, кто ее раньше носил. Сегодня приезжал директор приюта, так что я одену свой любимый, прелюбимый синий наряд в клетку. Дядя директор высокий, усатый и полицейский. О, давай, оп-оп-оп. Капец, курица страшная, может на привычечку ее вот так? О, так. Жирафуса. Ой, это Little Nightmares уже какой-то. Да, это Little Nightmares. Да, Little Nightmares пошел, все. Не бегать. Говорит нам черепаха. Окей. Есть что залутать? Наверное, вот так. А на сидя шифтит жестче, чем стоя, смотри. А, нет, извините. Чё? Пошли, или там можно что-то взять. Тут можно бегать, судя по всему. Или тут ничего нет. О, домик, ну-ка, для нас. Оп. Так, так, розовая собака.
Цветок. Хаппи. Собака говорит хаппи. Цветок. Фа. Чё тут фа? Не знаю. Короче, хаппи, чё-то цветок. И розовая собака. Поехали. Опа. А как собрать? Там их собирать вроде надо. Коллекционные прикольчики. Так, розовая собака, поехали. Не понял. Быстро дали мне розовую собаку. Пошли обратно. Так, а что нам надо делать? А, сбегите от шефа Айронсона. Окей. Бежим. Куда бежать? А, там дверь, боже! Ну, ладно. Розовая собака. Ой. А, мы в каком-то, может, этом... На какой-то храм, похоже, я не знаю. Наверняка это дверь выход отсюда. Так, розовая собака? Нет, это розовый за... О, жесть, это что такое? Я по привычке нажимаю прицелиться, чтобы показать вам поближе, но... Она присаживается. Кокодрил. Кокодрила лежит. Отдыхает. Так, в смысле открыто? А там что? Пошли отсюда. Тут нам нужно... Ну да. Еще бы она была. Нужен ключ. Да что ты говоришь? Ты прям этот Ватсон, да? Шерлок. О! А нет, это он. У собака, у жердяй. Это этот тиран. Так, давай за... Давай за сей... Так, что там? Дневник. Если вы читаете это, звоните... Звоните в полицию. Пришли черти, они всех едят. Много черных чертей. Помогите. Они знают, где я. Мама, помоги. Блин, это грустно на самом деле. Черные черти, это ну зомби, наверное. Капец там. О, этот панцирь. Панциреносец. Ты кто, ты живой? Кого этот жердяй уже убил? А, это укус... А может он опыт оставит и хочет всех спасти? Куда собралась, Шерри? Говорил, засиди на месте. Нужно учиться послушно. Не трогайте меня, прошу. Возьми спринту. Пора преподавать тебе урок. На, жердяй. Кислота, кислота. О, да, сюда. Нет, мы за это не заплатим. Капец, он зомби. Туда, правильно, туда эту дверь. А он сзади же сейчас. А что делать, в смысле? Там нету выхода. Отстань от меня, пошел в жопу, реально. Черт. У меня кокодрил. Кокодрил, фас! Помогите кто-нибудь, помогите. О, сейчас Клэр придет, да? Что, добегалась эта тупая? Там тупая жирина. Прятаться. О боже. Я спрятался. Жердяй. It's all over now. Дверь заперта. Locked. О, щет. Где ты? Покажись. Нет. Нет, не знаешь. О боже. Как я сейчас обосрался.
Да. Жирдяй. Что ты делаешь? Боже мой. Нет, меня здесь. Ну, лошара! Сюда тебя. По делам ему. Я сам голову, блин, высовываю, будто... Нам свалить надо или чё? Нет! No! Нет! 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 Вы в западне. Сначала показалось, вы на западе, потом вы в заднице. Так а в смысле хайд? Подожди. Ну да, нам мансить надо. О нет, боже, а что делать? Он отодвинул эту что? Нам уходить надо, все ясно. Вот сейчас. Катем. О нет. А что делать? Подожди. Нет, пошел в жопу, собака некрещенная. С мамкой так со своей будешь разговаривать. Окей, надо на время было, окей. Ясно, все, let's go, двигаем. Осталось 5 минут. Давай закроем этого тупого аборигена. Чё, жопа зачесал? НЕЕ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 Е
О, щет. Валим. Чел, он у меня, лошачек. Закрой его, закрой его, закрой его. Пожалуйста, закрой его, закрой его, закрой его, бежим. Я так понимаю. Валим. Ха-ха, прикол, да? Как заперто. Хорошо, попыт. Щемит, щемит. Споткнись, ногу сломай, боже. Закрывай. Красавчик. Ты чё тупой? Кожердяй. Валим. О, там, кстати, дверь какая-то была, мы туда не ходили. Мы можем, кстати, молик сейчас замутить. И начнем молик. Игра. Как он? Чё на? Нет! Сейчас получишь. Оу, это кто? Жопа, на. За 30 минут до этого. Рад снова видеть тебя, Клэр. А, у нас еще не законченное дельце. О чем это? Не трать мое время. Верни медальон, или Шерри умрет. Медальон? Зачем он тебе? Хочешь, чтобы девчонка умерла? Ладно. Ладно, где вы? Приюте. Приюте? А где? Далеко, не пропустишь. Шерри, all right? Шерри в порядке?
Пока да. Он нам бросит трубку сейчас. Флешечек. Да, серьезно, это не верил. Damn it. Магнитная карта от гаража. О, у нас гранатомет есть. Блин, дали бы. Прятки, пройдите сценарий Шерик. Такой короткий, кстати. Ну, прикольно, интересно. Это как в... Как в Резиденте 4 за эту поиграть, за Эшли. Но нет, там не очень. Вот тут прикольно. Так, нам сейчас в гараж. Гараж где? Гараж там. Что мы можем взять с собой? У нас УЗИ появилось. Мы можем ее, в принципе, зарядить сейчас. 4, да? 3. Ну, обойму, думаю, хватит. Хранить. Карточка у нас. Ну и все, в принципе. 2, 4, 6, 7 этих нормально. Все? Хилка. Хилки нет, кстати, у нас. Ну, так, давай возьмем. А у нас нету. Ну ладно. Тави. Оп. И бежим сейчас. Как попасть в подвал? Там можно попасть в подвал? Кстати, а че? Мы выходим отсюда, получается. Тут мы спускаемся. А, ну да. Пошли. Там же, ну, оттуда мы и это. Я просто хотел идти через полицейский участок. Все получается, новая локация. Новый монстр, наверное. Цок-цок-цок-цок. Ага, комбит собрался. Да, блин. Найс. Кисто тупой! Нет, не ломай мне яйца! Сегодня в танце вместе кружимся. Все, давай, прощай. В смысле, он за мной? Ты чё, тупой? Ты урод? Капец, рикошетнула пуля только что. Так, нам... Ну, направо. Идёт серьёзно. А, я думал, это... Да, это то же самое. Мудила. На тебе подзатыльник. Лошочек. Хилки нет, кстати. Кажется, это единственный путь, да? Все. Это как в этом, в третьей части. Проход такой был. Umbrella. Примерно так, да, звучит у них это. Мы сейчас по городу побегаем, блин, прикольно. О, хедшот. О нет. Рот закрой свой. Я сказал. Рот закрой. Странно, почему не стрелял с этой пистолета? Ладно, не спрашивайте. У меня прикол есть. Нет, нет. А если по стелсу пройдем нормально? Салют показалось, ну ладно. А, кстати, вон лечебница. 3. 2. 2 патрона. Нифига, тут когда гильзы падают в воду, это слышно. Прикольно. Есть чё? Сейчас бы еще он укусил меня, ага. О, футбольчик. О, нет. Рот закрой. Рот закрой! Эль Прима. Я могу себе позволить.
Да все, умри, пиво. Все, нам, короче, говорят, пользуйся ППшкой. Окей, давай. У собака. Все, помер. На себя, дебила. А, она слепая. А, щет! Лошачочек. Есть что? Вот это выделяется машина. Есть багажник? Нет. Смеешься, да? То есть такой прикольчик. Зачем нам трава синяя, не понимаю. Ну чел, ну камон, ну... Блин, я патрон всё. О, нет, нет, я не буду его тратить. Так, ага. Кстати, не так много на них патронов нужно из ППшечки. Где-то там с таким звуком жестким, тяжелым. Это должно быть приют. Где трэш? Че это прыщавый жираф и голубогин? Ладно. Туда этот забор. Там никого не было, ты че? Кто дверь дергает? On, держи, Серж, ща. Ну давай с горки лупанем. Сальтушечку. Ладно. Тут ничего нету. Все, пошли. Полчаса до этого. В смысле? Кто запер? Так, как адрил, пошли сразу. Эй, медальон у меня. Жердяй. Шерри, are you here? Шерри, ты там? Ага, кровать. Ага. Спальня закрыта. Здесь ничего. Блин, ну... Серьезно, такая преграда. Йо, РТХ. Как хилочка. Три места осталось. Письмо от директора. Что касается недавнего происшествия, рад сообщить, что все полностью улажено. Подопытный 628 сбежал из лаборатории и проник на территорию. Был задержан сотрудниками. Его побег был связан с риском распространения вируса. В качестве меры предосторожности мы приняли решение избавиться от всех имеющихся кандидатов. Чё там? Да блин, я рад, конечно, патрончикам, но мои подсумки говорят, хватит. Включи фонарик. А, все. Ну ладно. И чё так отодвинь, алё, ты чё? Ты жирная. Да ты чё? Тут ходить не умеешь еще. А зачем там, кстати, розовая собака была? Это нам? Для Клэр? Испытание сейчас будет. Пошли. А! Это твоя вина! Почему так долго? Пойди от меня! Туда его. Лошачек. Уже этот чужой какой-то. А куда? Личинус убежал. Всё? Да уйди, жирный. То есть, то есть все нормально, цепи кто сломал. Вот этот? 30 минут. Нормально.
Оу. Чё? Это, стой, подожди, рубрика эксперимента. Ага, это текстурка, ладно. Это кукла, это не настоящий. О, нет. Йоу. Блин, по-моему, выглядит вообще офигенно, мне кажется. Прикинь, так вот, он открывается, еще это туда что-то ложишь. Прикольно, наверное. Так, тут нет дверей, да? Только туда. То есть Биркин забрал Шерри, которая в шестой части станет доктором. Шерри. Шерри! Шерри! Where are you? Ты меня слышишь? Клэр! Шерри! I'll be right there! Я иду. Привет. Ну, типа лол. Ну, типа лол. Ну, типа... Мужчина пришел. Беги, беги! Реально бежим отсюда. Нету ничего лута. Не останавливайся, урони шкаф. Тупая Клэр. Корея. И бежит еле-еле. Стой, а то есть она сама убежала? А вот момент тот. Мем, меме. Он огромный. Даже так? Что происходит вообще? Да, она Шерри Биркин. Не медит. Капец, компания за Клэр, по-моему, как Шонович, он за Лёнечка. Чё происходит? Лифт помали. Нет, не нормально, я упал с лифта. Нет, меня контузило. Клэр, вставай, он идёт за нами. Проснись, проснись же! Правильно сделала. Проснись, проснись же. Жил? А, да блин, иди в жопу ближе вообще-то. Ты не заражена. Шерри? Where's Sherry? Где Шерри? Шерри. Sherry's fine. Шерри в порядке. Do you know Sherry? Вы знаете Шерри? Impressive display of strength. Поразительное проявление силы. What happened to her? Что с ней случилось? We have to assess нужно оценить обстановку. Who are you? Вы кто? I'm Claire. Я Клэр. Я Клэр. Я этого не предвидела. Простите, где она? Вы слышите меня? Я реально тупая какая-то. Hello? Алло, бабка. Что? О, я Анна. Annette. Tell me, что случилось с Уильямом? Не знаю, кто это? Существо... Что? Вы можете мне найти Шерри? Похоже, она эволюционирует быстрее, чем ожидалось. Куда, блин? Слушай, у меня нет времени отвечать на дурацкие вопросы. Все под контролем. Мне нужно найти Шерри. Моя дочь не твоя забота. Ну да. Ах, ты собака! Вы поняли, короче? Вот эта дура жирная. Она просто кинула Шерри. Куда пропала Шерри? Нет, то есть я вообще родители кидана. Раз она там была. Не буду я спрыгивать. Давайте тогда на этом моментике мы закончим. Отчет Г-вирус. Хил всякий нет, может быть. Патроны дополнительной мощности. 60 что. А, нет. Три штуки. Ну ладно. Да, давайте тогда на этом моменте закончим. Так вот, раз, два. В следующей серии будем опять искать Беби вот эту. Шерри. Мне кажется, осталось еще 2-3 серии, и мы пройдем резидентик.
Так что все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комменты. Увидимся с вами в следующей серии. Пока.